первую очередь было предложено вынести рекомендации другим странам в отношении Беларуси в рамках УПО по изменению законодательства. Это, конечно же, внесение изменений в закон о СМИ. Поскольку уже в течение нескольких лет подготовлены Белорусской ассоциацией журналистов рекомендации по изменению в этот закон, государственные органы отказываются рассматривать, то мы надеемся, что с использованием вот этой площадки универсального периодического обзора реакция может быть изменится. Далее, относительно изменения законодательства о СМИ, БАШ традиционно настаивает об так называемом юридическом термине декриминализации и дефамации. Я понимаю, что это очень такие интересные и громкие слова, но по сути это обозначает отмену статей в Уголовном кодексе, которые грозят уголовным наказанием за клевету и за оскорбление. И изменения, которые мы предлагаем по внесению в законодательство о СМИ, это изменение процедуры регистрации самих средств массовой информации, которые, как вам известно, на сегодняшний день носят обязательный характер и носят разрешительный принцип. Также мы в рамках рекомендаций просили другие государства порекомендовать Беларуси прекратить практику привлечения журналистов к ответственности, тех журналистов, которые сотрудничают с иностранными СМИ.